Маша еще с детства очень любила двигаться, и когда мы ее первый раз снимали, ей было 20 где-то года, вот это тот ребенок, который в то время уже начал танцевать. Танцевать то, что, наверное, в ней живет внутри. Вообще говоря, по Марии, как исполнителе, ей, конечно, очень повезло то, что она танцует не только тот стиль, в котором мы начинали, то есть это современная хореография, эстрадный танец, детский танец, а в дальнейшем ей повезло то, что она столкнулась и с классическим танцем, и с народным танцем. Она потанцевала все. У нее получается работать с детьми разного возраста, как педагог. С младшими, старшими, средними. Ей удается поставить номера, которые, ну, уже заслуживают внимания, как еще не зрелого, но довольно-таки достойного балетмейстера. Ну и самое главное, как исполнитель. Она растет, она не останавливается, она ищет. То есть мечущаяся душа, которая, я думаю, в дальнейшем не только найдет, но, наверное, и привнесет много нового в то, что сейчас есть в нашем искусстве. Я даже не имею представления о своей жизни. Я не вижу своей жизни без танца, без творчества. Когда мои подруги представляют нашу семью в одной комнате, и это выглядит так. Я, допустим, кручу фуэте в центре зала, кто-то там сидит на виолончели играет, кто-то играет на фортепиано, кто-то там стоит в углу, поет. Ну да, это все очень классно. Сложно, но это... Очень круто, когда большая семья. Не знаю, что бы я делала без своей семьи. Она меня всегда поддерживает. Почему я пришла на проект? Потому что для меня сейчас это жизненно необходимо. Мне нужна информация, мне нужно какое-то стремление. А... Не буду говорить о Челябинске, а, наверное, я буду говорить о информации в Челябинске. Она настолько приземленная и настолько именно в современной хореографии, наверное, стала банальной, что, ну, наверное, я очень сильно хочу что-то нового. И чего-то фееричного. Я очень хотела на этот проект, я к нему готовилась и готовлюсь. Надеюсь, что все получится. 1, 2, 3.